Номинаций победителей много. Выигрыш один на всех. Победила любовь к музеям. В Саратовском музее-усадьбе Чернышевского подведены итоги всероссийского конкурса фотографий. О них и не только в репортаже нашего специального корреспондента Светланы Бородич. Если бы вы сумели попасть сюда не как обычные посетители, а вместе с нами увидели бы, как одна экспозиция уступает место другой. Это все равно, что в театре пробраться за кулисы. Так и мы теперь фиксируем рабочий момент. В фойе при входе еще явные следы экспозиции, очень нарядной, новогодней, она так и называлась, зимняя сказка. Здесь елочные игрушки, детские новогодние рисунки, живопись, удивительно красивые перламутровые вещицы, кружева, столетние, самого начала прошлого века и современные. Эти салфетки, как огромные снежинки, правда? А еще море поздравительных открыток, коллекционных. Здесь 50-е, 60-е годы 20 века. По одной из версий, отцом русской новогодней открытки был художник Федор Беренштам. Он не только входил в семью Пупиных, но и был дружен с Михаилом Чернышевским. Вся эта праздничная новогодняя красота на наших глазах уступала место красоте другой, фотографическо-музейной. Потому что сейчас здесь началась работа над выставкой, посвященной итогам фотоконкурса «Я в музее». Давайте мы не будем их по музеям раскидывать, по типу музеев. А просто-напросто посмотрим по персонажам. Еще осенью они объявили, что готовы наградить обладателей лучших музейных снимков чуть больше, чем за 3 месяца. Несколько сотен желающих включились в борьбу. Из Саратова, Энгельса, Чувашии, Крыма, Коми, Волгограда, Рязанской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Испании, Греции собрались здесь фотоснимки. Условия для всех, и профессионалов, и любителей, одно. Должно быть запечатлено посещение музея. Финалистами стали почти 200 авторов. Номинаций победителей было множество. В канун Нового года подвели итоги. И вот теперь лучшие из этих 200 будут участниками новой фотовыставки. Конкурс проходил в социальных сетях. Каждый мог себя запечатлеть в интересном интерьере любого музея. Очень интересно, что в этом фотоконкурсе приняли участие много школьников. Владислав Казарин, Алексей Слепцов – одни из наших главных победителей в социальных сетях. Когда эта выставка будет готова, получится, что придя в один музей, вы невольно попадете и во многие-многие другие. Такая вот музейная матрешка в стиле усадьбы Чернышевского. Светлана Бородич, Александр Шевченко, Павел Криклевец, «Вести», Саратов.